Друзья мои, дорогие зрители, любимые подписчики, приветствую вас от сердца. Как вы видите, мы находимся в другой стране. Интерьер у нас, пейзаж поменялся, фон другой на картинке. И с момента публикации предыдущего видео прошло практически 2 недели. В предыдущем видео я, обратившись к вам, попросил предположить, в какую страну на этот раз мы с семьей летим. Были высказаны вами различные предположения, названы такие страны, как Швеция, Турция, Япония, Израиль, Шри-Ланка, Египет, США, Индонезия, Таиланд. Но, к сожалению, никто не назвал такую уникальную, удивительную, интересную страну, как Индия. Да, на данный момент мы находимся в Индии, а именно в штате Гоа. И находимся мы в этой стране уже ровно 1 неделю. Мы прилетели в город Дели. Кто там был, тот знает, что это жуткая жесть, как выразился один из моих новых знакомых, с которым мы, кстати, познакомились в поезде. И мы решили из Дели направляться в Гоа не самолетом, а купить билеты на поезд. Мы с семьей выкупили купе, вы знаете, что у меня маленькие дети, и отправились поездом. Первую половину пути за окном мелькали пейзажи, которые напоминали пустыни, степи, дюны. И как раз-таки тогда мне пришла идея исполнить ту мелодию, которую я сейчас буду для вас играть. Это музыкальная тема из кинофильма «Долгая дорога в дюнах». Композитором является всеми нами любимый Раймонд Пауэлс. Это автор таких хитов, как «Миллион алых роз» и множество-множество других. Я не вижу смысла всех их перечислять. И когда мы ехали по этим пейзажам, я подумал, что я сыграю для вас первую эту мелодию. Ночью мы легли спать, утром, когда открыли глаза, за окном мелькали джунгли. На одном из полустанков, когда поезд остановился, возле туннеля к поезду сбежались обезьяны. Мои дети вопили от восторга, им было очень интересно за ними наблюдать. И я хочу вас поблагодарить, что вы сейчас со мной, что вы смотрите видео, комментируете, ставите лайки, и что вместе со мной, очень главное, улучшаете свои навыки игры на гитаре, улучшаете мастерство и наслаждаетесь прекрасной музыкой сами и дарите красивые мелодии вашим слушателям. Всего доброго, приятного прослушивания.